Привет, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия. Ребята, у меня опять 4 посылки из Китая. И сразу хочу начать. Вот это мой фаворит. Это моя фаворит сумка-рюкзак. Ребята, я первый раз такое увидела. У нас на улице девочка гуляла, и внутри у нее сидела собачка. Я встала и настолько удивилась, собачка сидит, хвостиком виляет, я, конечно, шучу, хвостика не видно было, но это настолько удивительная вещь. Вы знаете что, кто любит животных, кто любит путешествовать, кто любит прошвырнуться, и чтоб на вас обратили внимание, ребята, эта сумка для вас. Я не знаю, как там сейчас Скипи себя чувствует, потому что я его только туда поставила. Скипи, как ты там? Алло, космонавт. Алло. Слушайте, обожаю эту сумку. Так что, если вам понравится, так, что он там шурудится. Если вам понравится, ссылка будет в описании. Ребята, сюда поместится вот Скипи персидский кот, сюда также поместится маленькая собачка. И если, в принципе, вы можете использовать этот рюкзачок, также положить свои вещи, но только тогда ваши манатки будут, так сказать, видны всем. Я не буду вешать этот рюкзак на спину, вы можете носить его или так, или повешать на спину. Скипи. О-о! О-о! Качество у сумки очень хорошее. Смотрите, здесь, значит, у него дырочки для вентиляции. Вот это сделано из пластики. И скажу, знаете как, ну, не как бутылки делают, а, наверное, в несколько раз крепче. Здесь тоже окошко. Это... Так, что это такое? И здесь окошко. Тут кармашек. Здесь тоже дырочки. И с этой стороны, сейчас я вам покажу, выглядит вот так. И там несколько цветов есть у этих сумок. Так что, ребята, если понравилось, это сайт New Chic. Зайдите, посмотрите. И я уверена, я даже знаю, у меня одна знакомая, когда увидит эту сумку, она себе такую купит. Вообще, конечно, очень красивая и необычная. Прошиты все швы, посмотрите как. Вы знаете, просто не к чему придраться. Вот так. Когда вещь хорошая, это значит хорошая. И вот здесь идет вот этот вкладыш. И потом вы можете это все взять и протереть тряпочкой. В общем, сумка замечательная. Ребят, рекомендую. А теперь пойдемте посмотрим вторую вещь. Вы знаете, я закрываю двери на балкон, когда делаю видео. Соседи там жужжат, что-то машину красят. А эти красавцы прилетели и чирикают. А мне нужна полнейшая тишина, когда видео делаю. Эй! Эй! Рыбы мои! Где мои хорошие? Я им здесь налила немножко меда. Так что вы давайте потише, а я пошла делать видео. Куртка пришла, пуховик, вот такого размера. Мы ее взяли, потому что на ней было написано, что очень теплая и занимает очень мало места, и ее можно носить с собой в путешествие. Я ее взвесила на весах, она ровно 337 грамм. Итак, достаем.
Ребята, куртка. Я выбирала на сына, и, вернее, он сам себе выбирал. Это был размер L, large, но он ее померил, она ему оказалась маленькая. Так что придется теперь эту куртку носить мне. У меня размер 48. Я думаю, что она подойдет, знаете, как юнисекс, и для мужчин, и для женщин. А в отзывах написано, что не ожидали, что она настолько теплая, потому что здесь пух, и она действительно очень легкая, практически на тебе не ощущается. Карманы глубокие, ну и вот так выглядит. Так что будет у меня теперь еще одна куртка. Бедный сын остался у меня без куртки. Ну что теперь поделаешь? Так что если надумаете покупать, знайте, что вот если, допустим, у вас женский размер, то вот на 48 подойдет, вот как на мне выглядит. Но это мужская куртка. Рукава, допустим, здесь вот. Но я думаю, что на сына надо было покупать где-то экстра ларч. Вот так. Так что, ребята, сейчас я вам покажу, как она выглядит вблизи. Вот что здесь написано. Так, здесь написано, по-моему, на китайском. Made in China. Ну, вот здесь я смотрю, кое-где есть маленькие ворсинки от пуха. Но я так думаю, что они со временем их практически... Ну, нет. Нету так, несколько только их. Ну, вообще, конечно, интересная куртка. И, ребята, если вам понравится, так что вы можете купить точно такую же. Ну, а теперь поехали дальше. Сейчас я вам покажу одну очень интересную вещь и попробую с ней разобраться. Ребята, я давным-давно хотела купить вот такую вещь. Это называется Home Security камера. И хочу вам рассказать, почему. Послушайте, кому, может быть, будет интересно, и намотайте себе на ус. История с Алматы с моим братом. Буквально, я не знаю, там 3 года назад, а живут они в Алмате, очень многие видели видео на втором моем канале. У них квартира на 3-м этаже, и вот в один день они вечером вышли, буквально на час, заходят домой, а у них дома произошло ограбление на 3-м этаже. По решеткам забрались к ним домой. И у братовой жены украли вообще все золото. Вот так. Это слава богу, что еще закончилось так без смертоубийства, потому что дверная дверь. На двери было 2 замка. И один замок они открыли, а от второго у них не было ключей. И потому что, когда пришел брат, они выскочили не через дверь, а также через окно, через 3-й этаж. Уходя из дома, это просто ты идешь,
Если у тебя квартира не на сигнализации, это может непонятно чем закончиться. А также, опять же, история с Алматы с очень близкими знакомыми. У них квартира на 5-м этаже, две железные двери и замков, несколько замков на каждой двери. И вот мой знакомый возвращается, поднимается к себе домой, а сверху спускается парень. И, в общем, этот парень уже открыл одну дверь и уже начал открывать вторую. Так что знакомый вернулся на время, и он сказал, что себе поставил камеры, камеры, которые работают и передают информацию на телефон. Так что, ребята, я заказала вот такую камеру. По-моему, эта камера стоит $50. Так что, вы знаете, лучше иметь что-то, чем вообще ничего. Так что будем разбираться, как она работает. Я ее еще не открывала. Вот такие истории. Я думаю, у вас тоже истории достаточно будет. Потому что то, что сейчас по свету происходит, спасайся, кто может. Открываем, посмотрим, что тут находится. Так, здесь находится книжечка. Ну-ка я посмотрю сейчас. Ну, сейчас я не буду говорить, чтобы время не терять. Возможно, даже и на русском будет там. Там на многих языках. Открываем. Так. Тут что? Так, что-то вывалилось. Здесь находятся провода. Так. И вот она сама, эта камера. Сейчас я вам покажу. И попробую ее подключить. Ну, конечно, я не буду ваше время занимать, потому что кто его знает, сколько у меня займет времени подключения. Вот такая камера, по-моему, она крутится, и камера ночного видения. Вся информация будет на сайте. Так что, ребята, я пошла подключать камеру. Посмотрим, что из этого выйдет. Что из этого выйдет? Так, подключаю. Раз, два, три. Ага. Лампочка загорелась. Теперь что-то надо с ней делать. Так. Ой! Scan QR code to pair the device. Waiting for connection. Ой, ребята, смотрите, что делится. Слушайте, как будто... Как робот прямо. Ну что, пойду я дальше разбираться. Ребята, подключила. И хочу вам дать один совет, потому что если вы вдруг купите такую камеру, чтобы не мучились, как мы не знали, откуда взять код. Сейчас я вам покажу. Ребят, смотрите, книжка на английском, но очень много видео по подключению есть на интернете. И там только не объяснили. Говорят, когда включаешь камеру, она говорит то, что насетуйте меня. Что вам нужно сделать? Вам надо подойти к вашему модему и перефотографировать вот такой код на ваш телефон и потом просто поднести к камере, и она у вас зарегистрируется. Ребята, красота! Рекомендую! Вот это я показываю комнату сейчас, и видите, вот так, и вот это вот поворачивается,
Вот здесь эту крутишь, и оно, видите, поворачивает. Изображение прекрасное, просто прекрасное. Дорогие мои зрители, вот эта камера на сайте. Все будет, все ссылки будут под этим видео в описании. Так что, если захотите купить, вы можете найти это на сайте New Chic. Смотрите, особенность – дистанционный просмотр автоматического будильника. Приложение может не только удаленно просматривать видео в реальном времени, но и вы можете использовать голосовые вызовы. Так что, ребята, где бы вы ни находились, ваш дом всегда будет под контролем. Так что можете зайти и прочитать все технические данные. И, конечно, я очень довольна этой камерой. Наконец-то у меня появилось, знаете, уж лучше что-то, чем вообще совсем ничего. Как говорится, береженого Бог бережет. Дорогие мои зрители, с вами была Элла Австралия. Вот такие мои покупки. Должны была я вам показать еще одну вещь, но это уже в других видео. Всего доброго, пока!